Да? Если вот судить по ДПС, судить немножко скажу, тут больше, чем сколько там, три дорожки получилось, потому что тут все фулл брюли сидят. Я еще раз тебя расстрою, что на X2 у рейда ДПС больше. Ну да. У меня уже филька завтра будет. Не, ну я веду к тому, что все равно я буду сидеть на замене, потому что я слабое звено там. Давайте по боссу. По бурику. И смысл не сидеть, конечно. Обновлял? Я скидывал. Либо нет. ДБМ? Не ДБМ, МРТшку. МРТшку? Обновлял. Сколько минут? Сейчас найду. Ну-ка еще все про... Я хер знает, что конкретно здесь кастуется. Короче, босс кливает, спавнит трэш слева и справа. Там вот дырки две. Выходит иногда вот эти четыре черта, или сколько их там, которые стоят, кастуют в тени его. Всякую хуйню, у них по 22 ляма, они иногда выходят помогать, соответственно, босс. Потом там... Насколько я понимаю, второго Акаму надо будет бить после того, как мы убьем первого. И поэтому 600 лямов босса. Первая фаза, она как бы просто трэш и босс кливающий. Подожди, а что взрывается здесь с ровным финалом? Бахает. Хуй его знает. Вон трэш шот и трейд пишет. Лучи. Не или в ДД? Хотя бы надо посмотреть, сверху. Потому что хер знает вообще, что делать. Диваны только накидывайте, потому что, блядь, мы бежать здесь заебемся. Мы не знаю, что такое диван. А, сзади меня. Давайте одного оставим снаружи, вот за дверью, и он пускай нас резает. Не? Вариант такой. Ты уверен, что его не убьет за дверью? Ну, заодно и проверим. Тут не получится, не убьет, потому что он будет стоять пиздить Акаму, и это будет очень долгая эпопея. Я его сегодня подходил, запускал, там в итоге рефреш вунст. Так, а за дверью вот это вот что-то хуйня. Он не сэвейдится? Ну, если на актуале было же, что рандомных людей превращало в призраков, чтобы они пиздили... Трэш, насколько я это помню. Это другой босс. Это на камеру. Этот. Здесь только. Когда ты в духа другой. Превращаешься, просто снова даешь эти ледяные стрелы. Да. Это да. Другой босс, это следующий босс. Ага. Вот смотри, то есть Акама будет кататься рывком, правильно? Тут выходит трэш, короче, в углах. Хилы, какие-то маги. Тут должен хант, маг стоять в углах. Один шип, один трап давать, блядь. И, ну, это как было на БК, я сегодня смотрел видос там, так, классически так. Ну, давай, ладно, посмотрим вообще, что он запустится. Вот по танку вот... в угол, короче, там становится, по хилу в угол становится. Там потом трэш, когда вот этот мы убьем, который лучи дает. Он потом будет тут еще, типа, роги, маги выходить, там какие-то пидорасы, блядь. Осуждаюсь, о чем. Пидорасов осуждаешь? Другие пидорасы, согласен. Не выражение, а именно их. Так, подожди, магов мы в клип бьем или нет? Там я, погоди, только я забыл, кого там надо контролить. По-моему, рогу надо мага, контролить. Да, хила контролить и, блядь, второго. Рогу, да. Там рога, короче, яд вешает, блядь, замедляет. Ну, хил точечно хилит и цепуху дает. Там, по-моему, точечный хил критично сбивает. Ну как тут будет, я хуй знает, это я говорю, что было там. Да, с костами, да, там это пиздец. Ну трэш, я думаю, так и так тут будет. О, говорят, он шотает. Значит, будет трэш. Слышь, что, бросьте, что машину Васю возьмете, а я пойду спать, то, блядь, мне через 5 часов вставать. Ну она вон в онлайн. Вася, ты тут? Хотя у нас сколько, 4-3 танка, блядь. Да хватит. Есть, ну если трэш-шоты, то мы... Здесь 3 надо танка всего, Киля. А, 3? Я думал 4. Да. Нет, здесь 3 надо. Здесь контроля дохуя надо. Ладно, давайте, ребят, удачи. Давай. Да. Давай пул посмотрим, хотя бы минут 10. Давай сейчас посмотрим, что у нас нужно по танкам.
Я тебе помогу, ну, я могу, но еще полчаса максимум. Да ладно, сейчас пул, мы один тут глянем, у кого там поздно. Да ладно, давайте. Много не будем, если мы так часто посмотрим, что и как. А, да. Если говорят, что ты, что мы тут убиваться об стену головой будем, что ли, блядь? Нужно же понять, что делать, хотя бы. Ну да, все, удачи, всем пока. Сейчас ключевой не дамажить, ну, мобов убить первых надо по-любому, он тех, а потом пожить. Контролить и так далее, если можно. Пробовать все, нажимать жить. Пробуй. Там, по-моему, ты вышел с места? Он вышел вроде. Уэнсли, ты на боссе, а мы с Буренкой будем на трэш. Я буду слева, если на него смотреть, а Буренка пускай справа стоит. Окей. Давай, поехали, спускаем. Пошли к ним сразу. А где пиздюк? Подожди. Да, пиздюк. Им же, вот он. А, он резко сейчас нас будет проверять, и вейты. Поехали. Где? Да. Вот, да. Бой начинается. Это сейчас будем этот трэш сливать, ты чё? Ловить. Он попиздил уже. Ты куда, братан? Вайне. Вайне. Теневой колун. Ебать. Хильч. Пожалуйста. Подожди, трэш ловите. Надо подсобраться, трэш, ребят. Блядь. Трэш! А можете от рейда отвернуть босса? Контроли даются у них, станы. Тир не прошел. Ну, масс-хоррор не ложится. Нихуя. Мне кажется, бить их просто не дается сразу. Короче, я видел там фиряли этих мобов, контролили. Ну, контроль 100%, фиры проходили, я видел, ну, там лап фирял. Как бы, кинул, менталка не прошла. Ну, короче, все понятно, босс не рабочий, можно. Менталка не прошла, трапа не прошла, нихуя всё, не прошла. Это ваншот сразу с выходом трэша, забейте, это хуйня. Пойдём попробуем первого убить. Давай первого. Подожди, подожди. Сколько трэш нанес? Да ваншоты. Это ваншоты, блядь. 60 тысяч. Меня вроде трэш убил. По мне моб нанес 60 тысяч. У меня латы и брони. Вас босс убил. Да, нас босс убил. Клива. Не знаю, меня так ближнего боя на 60 тысяч убило. Пеплоуста. Давайте попробуем босса от рейда развернуть нахуй и трэш поймали, чтобы танки. Как вам идея? За воротами можно выжить, если что. Я выжил, и он и выйдет. Да, он и выйдет с очень. Там ФДшка даже работает. Трэш. Я мой видел, что он перед собой кастует. Кстати, распекайся. Нет? Сдача созвездия сменю. Здесь очень жестко ебет. Прям конкретно. Чем? Ну, по крайней мере, если... Да, вначале прям так это... А это мы под щитами нас так ёбнуло? Нет, там, по-моему, не было щитов частично. Нас так ёбнуло, потому что он смотрел ебалом на нас. Угу. Да какой-то сильный клиф у него, я бы скажу вам. Я не знаю, если танкам нужно в БТ объяснять, что босса надо отворачивать, то мне кажется, мы... Каф. Далеко мы не зайдем. А сколько там клиф? Временно на 60 метров. Может, это постоянно босса, что никак там не зайдем. 30 метров там клиф. Не-не-не, имеется в виду, он уже, как говорится, не по конусу ебашит. Кого сманить? Анхоли? Да, блядь, за спиной стойте просто всегда, и все. Я так за спиной стоял, мне ебануло все равно. К нему. Ну, то есть, и за спиной у него и этого босса пытался немножко бить, и ебануло на сколько там? 30 тысяч. Быстрее, сманим людей. Тогда посмотрим сейчас. Либо это какой-то ауе там скилл был, и, может, я объявлю колун. А здесь сюда карма этот может умереть? Ну, сейчас узнаем. Нет. Пускай это буренка босса муж ловит. Ну, а трэш даны там. Пускай нет, пускай лучше буренка будет на трэше справа, а Уэнсдей поймает босса, потому что она жирнее. Пусть Мишка. Ну давай. Ну сейчас заодно проверим, как трэш. Подожди, ты на танке пробовал что-нибудь в трэш давать, нет, Паш? Да я нихуя не успел, блять, потому что они нахрен. Ну, Уэнсдей стояла, не спулила, потом туда побежал буренка. Ну. Ничего. Давайте, не успел. Кстати, а два ханта мы сразу же встанем. Контроль толпы, я вижу, вообще нихуя не проходило. Право-лево мы встанем, напулим трэш сразу же в танков.
чтобы, блядь, вот такой хуйни точно не случилось. Ну да, только им надо первым зайти. Босс убил. Босса не словили. Трапа какая стояла? И я трапу давайте еще фигану сразу же. А, важный вопрос. Босс водит улицу? Скорее всего, да. Да. Запускаю. Пока мы... Не-не-не-не, какую запускаю? Первый раз. Нет. Маны нет. Пафосно все. Ты нет. Сиди, отпивайся. Ну, тебе тут не понравится. Все равно, я не думаю, дольше минуты продержимся. Половина хватает. В смысле, с одной танки, с другой? Че? Поехали, я запустил, много разговаривал. Поднимаемся туда наверх, да? Зачем? Нет, не поднимайтесь. Ну, на ступеньках сейчас. Танк просто развернет его, и все, ноль проблем. А за два сразу? Надо сначала мобов убивать, нет? Они не активны. Мобов можно бить, их можно, по ним урон проходит. Фир не работает. Скидываются бафы. Опять. Это такой скилл там есть. АОЕ. Чё-то не набирается. Очень по мобам работают или нет? Что, из дождик, говорят, можно выбегать. Паладиновский не работает. Не работают станы, но... Ой, мка нахуй. Пробивает. Ливень по 4000 тикает, не скрывал вообще прям пиздец. Блин, но танка бьет пиздец. Та, да, танка пиздец. Кирилл, ты мейн контроль пробовал? Да? А, ты же нашему, блядь, я один. Да? Ловушки не тоже не работают. Опа. Я МК не успел попробовать дать. Ну, мы сейчас попробовали, буренку снесло. Если надо дрема пробовать ставить, тут МК ебать кидает, нормально. Протопалов да поставить надо кого-то. Надо, да, либо варов, либо протопалов. Хоть какой-то контроль по ним прошел, нет? Нет. Нет, у меня сам не прошел. Понятно, контроль толпы вообще ноль, ну вот посмотри. Ну, я попробую сейчас еще МК кинуть, мало ли. Но по ним проходит. Да, кстати, мало ли, да. Может по идее, в элиток не проходит, нет? Да. Ну, по идее, блядь, и ебучий блайнд разбойника не должен на босса работать, да, он у нас на ФК был в прошлом. Хочу за счет 20. А что вы говорили там, что там, это самое, Уэнсды снесло там, типа, больно ее слишком? Нет, буренку. Нет, они тотемы не с пула. Ну, буренку не хилили, кстати говоря. Ну, не прохилили. За секунду там влетел урон, блядь, на 100к. Да, тут уже 3 секунды, посмотрите смерть. Калечащий удар. Там 3 секунды били его. За 3 секунды его можно было отхилить как-то. Я отвлекся, буквально там вон грядь, летали какие-то хилки. Копеечные. Ну вот ему, вот смотри, ему критичный урон начал лететь за 1.5 секунды, блядь. Критический урон? Он, ну, блять, вот две атаки ближнего боя. Нет, за 0.4. Летальный урон. Да, разные предлоусты, типа. Так, ладно. Похыпало на танка. Как сделано? Кто справа? Я на буренке побуду. Буренка? Да, право-лево и центрального просто так хилим, без частиц. Да, секундочку, мы тут с чихи бежим. Чего вы бежите? У нас шкаф стоит, вы бежите. Не знаю, может, убежали, а мы нет. Кстати, еще кинулась куча проклятий и ядов. Скорее да, это предлоустрога. Да, ну нереально. Он весь рейд. Сразу. И того, и того. Да, и того, и того. Здесь шаманов поскинуть по пати. Это каст. Ренжа 10 должен. Да как здесь, блять, ренжа 10, нахуй, миллион этих трэша, блять, ливень ебаный. Че, кого он дает? На ренжа 10. Как это? Вы разобрались с хапалами, кто с кем? Да, разобрались.
Запускаю. Миловидно. Куда тут все? Это, кстати, не пробовали вроде. Мейн контроль не ложится. Ну, вообще ноль. Полностью ноль. Бегайте с дождика. Слегка. Да, ты бегу. А. Тремор не работает. А, короче, медведя просто сложила. МК можно прожать бабл, как на этом фейне, но это надо успеть. Ну, хотя бы бабл работает. А МК сколько у нас? А, я всю не жизнь? Успел, я увидел, пожизненная, да? Трэш слишком часто выходит, тут, блядь, да, невозможно. И второй трэш уже с магами выходит, смотрю. Да, и невозможно прохилить. Короче, ладно, узнали, что либо все. Он нихуя не рабочий, либо да. Не, мы увидели что? Первую часть. Все, для первого? Пойдем тут первого убьем. Так, да? Я могут. Просто смотрю, у нас люди долбят, кто-то тень, кто-то трэш. Ресайтесь об инст. И на первого. Там, ну, по идее, надо трэш как бы бить. Теневой еще не скинул. Нет, там не успеть убить трэш. Там по 25 лямов у каждого, их по 3 выходят с каждой стороны. Ты, мы не успеем. И там второй трэш через 30 секунд. Это больше, чем у босса с одной волды. Это будет как с этим зортом. Помнишь, Паша? Сколько было... Что хотели изначально сделать из зорта? Угу. Что у них до хера было хп, и он хотел, чтобы каждый бил, убивал свою. Ну да. Ну, так же самое он сделает и здесь. Он порежет их. Мини-совет, блядь. Ну, смотрим, что здесь будет, что по факту будет. Там аур не было никаких лёг на трэше. Я ничего не смотрел. У защитников минус 25 входящий. Ну, это чисто на него или аурой? На мобов. Вот я и пишу, посмотреть, какой рейндж. То есть, по факту, надо первым убивать защитников, потом все остальное. Там иконка какая-то паладиновская на армуре. Ну, я видел, да, но я просто не успел прочитать, что это. Мы на первого босса? Да. У меня в хила или в ДД? Все в ДД. Тут, кстати, ебать начало, к слову. Ну, да. На лоу хп. А что тут делать? Стой, бей. А, еще дисплей. Для обратно, начала не поставь бегу. Шкаф, при самоне тех, кто бегут. Рунная клизма не хватит. Но вот ТП он ебать начинает конкретно. И еще я бы еще попробовал. Даже и так. Один танк, кстати, нужен. Всего. Не, ну лоу хп он одним кастом всему рейду минус 75% хп. Ёбнул. Все на месте. На бары. Да самониваем, ребафаем, стартуем. Расскажите в двух словах, я вчера пришел, когда вы уже на вторую пришли. Смотри, босс поворачивается, стоит с жопой. У него херня как на хладе. Помнишь, когда после кастела поворачивается жопой и дает клиф? Здесь так же самое работает, но есть один нюанс. Вот видите, там справа есть костерик. Ну, как его, блядь, это хуйня. Да, Настя, спекайся. Стоишь на максимальной рендже его хитбокса и бьешь. Получается, он будет кливать, но не убивать. Короче, давай я просто поставлю метку на себя и просто будете по метке. И бейте на максимальной рендже, которую можете. Мирики. Все, рендежники рассасываются между собой 8 метров. Ну, 8-10. Все. Может, мягко взять место? А. Там какая-то, там как что нужно дисплеить? Проклятие, по-моему. Да. Проклятие. Это... Не, босс вообще максимально топорный. Я даже могу указать спылы еще. Кому интересно. Места находите сразу. Шипы. Вот этот шип потом прохиливается. Я вобью погоди секунду. Да, забей его. Но он быстро прохиливается, поэтому. Все равно.
И еще один, короче, каст. У меня забит этот цунами там. Не цунами, а удары, блядь. Ауешка. Да он по всем вешает вроде. Ну там хер я не помню. Каждые 20% щип увеличивается на один таргет. Mm-hmm. Может даже и быстрее, чем меч хп, тем больше таргетов. Да. Треть нужно до конца. Все. Босс, давайте сюда механик. Поехали. Геру давать вроде на ласт пазу на 25%. Вот здесь. Дальше. Вот здесь можете стоять. Вот прямо на максимальной способности. Если вы, да, сейчас убьет. Основной максимальной режим. Всего три проклятия, ты. Я не увеличиваюсь. Количество. Вот прилив. Хуйня какой-то. Есть берсайт 100%. Да. Ну, та не беса, там говорят, что... Он дамажит начинает. Увешкает. Ну, либо прожаться надо будет. Куполочку нажать. Да, я видел, что там сбегались под нее и прожимали купол сак. Тоже вариант. Там вот эта волна прилива, когда будет на 25%. Вот за стаки. Увеличит урон от сил природы на 7. Ага. Лед, мотор. Мотор ебанул. Эмана лёд там. О, там какие-то... Это можно было диспель. Полдивный диспель. Там мне что-то показывать начал хилбо. Вчера не показывал. Я его немного починил. Ну да. Во-во-во. Вот этот грохот вот прилива, это потом надо будет захилить жестко и прожать. Вот это и было у нас, типа, на версии все. Очень персонально больше. Там, по идее, когда он на стаках будет еще, надо следить за этим. Поход. Этот колоссальный удар, походу, он для, ну, как его, делится урон между, кто под лицом стоит. То есть два танка делят? Три танка. Ну, да. Ну, я вот смотрю, по мне урон проходит. Там 10 тысяч, ну, может. Да, под следующий, вообще... наверное, дадим сейв тотему. Может, там плюс-минус. Бежимся. Грох. А, он так и будет слабо бить, что ли, по одному стаку, я не пойму. Вот, еще один пошел. Дал ему. 20% это вот началось, понял? Геру, дайте. Сейчас, да. Можно начинать, вот, да, два стака. Вот сейчас надо будет сбегаться на третьем стаке и купу ставить, наверное. Здесь будет. Хоть нормально. Пропал. Он решил развернуться и ебнуть меня, попал. Хильтян холли. Все.
Понятно, просто он вчера навешивал 4 стака и был пиздец. А что вы за стаки? Вот от этого прилива. Он сильнее дамажил. Может его надо сбивать? Нет? Три, кстати, вот 3, ребят, погодите. Будет. Не сбивай. А, вот он, вот я, он. При... Купол, купол. Да. Куда-то, блядь. Добиваем, добиваем. Сорян, сорян, я дебил. Почему он вообще брейд смотрит? Это забей, это хитрый. Он же кастует кастит. Туда, типа. Да. Разворачивается, дает каст. Это как с Уголёшком. Он кастует. О, и вечный уголь. Что это? День, день, день. Я умер из-за того, что начал развернуться к кастемоте. Вот я тебе сказал, вот помнишь, я почему говорил? Ну ты как вчера, милики. А это, я еще говорил. Не, я типа... Нет, Клива сдох. Я стоял весь пол на одном месте. Меня раньше от Клива убило, если бы я подлез под дрожь. Короче, надо прям следить, когда он начинает настакивать вот эту волну и давать сейвы, когда больше двух стаков. Два стака прокиливается. Давайте не тянем время, разлогиниваемся. Да, заходим, логинимся на лайв. Раскидываю рейд, даем начисление. Получается, это рандомное количество кастов. Сколько он захочет, столько и даст. По ходу дела, да. А если это так, это ведь... Весь... Заролить. Заролить удачную. Ну, да, зароль. Нет, 4. Максимум, я так понял, 4 он может жестко вот так прокастить. Вот надо подгадать. Да, ну, и просто говорю, смотреть, у когда третий сейф? Дает, все, надо, можно начинать сбегаться и давать сейв, блядь. Ребят, объясните мне, зачем мы расходимся? У нас же мы можем просто в одном компе стоять, не? Гробница. Нет, там есть там каст. Какой каст? Вот это, которое проклятие же, нет? Он кидает. Нет, а проклятие, оно каждые 10% просто плюс один. Ну попробуем потом надо встать вместе, если еще. Просто я сегодня бил, и просто все стояли в центре, тупо все в центре стояли. Ну ладно, встанем в центре. Вы эту сухие будете им отправлять чудилом или нет? Да, я буду отправлять. Не, и насчет миликов, мне кажется, вот там у него слепая зона, но типа, если они пофиксят, то... Скорее миликов... всего, да, они ниже уровня клива, может. Ну это тоже, да. Это такие. Там они, скорее всего, потому что они на ступеньку ниже стоят. И типа, скорее всего, они это пофиксят, и надо будет типа от клива, ну, разделиться типа на 4. Он не кливает, он должен с жопой. Нет, у него вот эта вот штука конусом, если у тебя графика нормально выкручена, ну, да. То там конус видно. Это видно, но он не должен так делать. Отбегать, то есть миликом бегать надо. Да он не должен в миликом их кастануть, этот не, конус, не, понял? Нет, он там на билке написано, да не прессуйте типа, мне. В гильд-чат. Типа он выбирает рандомного милика и типа кастует в него эту хрень. У него прям в обилке, если от нее сдохнуть, так написано. Только почему-то таргет не видно на нем. Да, ну, таргета он, вообще не было. Типа он без таргета, я не знаю. Но по идее должен быть таргет. Если надо делить, то я стоял со всеми, я не двигался весь пул. Я вот как с пула стал, так и стоял, я почему-то умер. Может, она наоборот перемножается, чем больше людей? Нет, она там, по-моему, 80 тысяч в обилке там прописано, я не помню, что-то типа такого. 80 тысяч, и все, кто вот попадает, те умрут. То есть, если вы на ступеньку... Это можно легко проверить, мы можем на ступеньку выше вы подняться, и вас всех просто разом положат. Ну, по идее, да. Так наоборот, тогда если все милики вместе будут стоять, то никого не положат, даже если... Я так понимаю, остальным ЕП не нужно, правильно? Там. Что? Я на почте кидаю им. В новостях. В новостях чуть выше промотай, там все есть. Я еще минуту жду, потом мы даем начисление. Все, кто не успел, тот не успел. Вы не соизволите дать пальцы? Мне ладно, видно, там еще надо пригласить. Только ссылку на видос. Фиг знает. Появится рабочий контент. Отдай ДКшки вам патину присылала. Я пати всем раскидывал. Состоит в рейдовой группе. Понятно.
про второго босса. Мне кажется, там просто можно сократить количество РДД до минимального. Как мне кажется, надо это... Хилы пусть стоят и сами себя хилят, а остальные милики. Ну, типа да. Хилы и все остальные, если могут... За всю боль всего контента. У нас миликов как собак нерезанных. Время энхов, котиков и всех остальных. Ну да, так-то да. Чисто хилы и милики, блядь. Погнали, ну. Ля, жестко. Они из крайности в крайность, короче, не могут сделать так, чтобы... У нас как раз ретриков, варов, дохуя, блядь, пойдем. Не-не-не, я слабый, я на земле не посижу, спасибо. Ретриков не так, и дохуя он сам, блядь. Мы доберем, блядь. Я вас доберу, не надо. Есть скрытые ретрики. Ну только есть одно но, тут я могу ретрика спекаться, а на X2 я не смогу. У меня ретрик слишком хуёво одет. Так а что, у нас трое мейн ретрики еще, кстати? Ну, для этого есть другие люди еще, которых не было на ОБТ кого-то. Не, ну просто не бегать же, типа, на замену, потому что, ебать, тых палах палы не нужны. Ну, бывает и такое, понимаешь? Да, просто. Да, такое тоже. Как было с лемами, блядь. Было еще с кем-то там. Нет, с хантами тоже вообще было. На замене не сидели. Не, ну чтобы хэпал был не прикол, нужен, кстати, это, конечно, нонс. На втором даже особо хэпал не нужен. Не, ну там один он просто. Один, чтобы танка хилить. Да, танк именно один. Ну, просто бывают моменты, им прилетает, и там одни ходы типа, маловато. Танки правильно стоят, так, потому что частица там работает через жопу. Частица работает нормально только на гуннере. Потому что он в ебенях стоит. Что там такашка отрелогалась, нет? Высоту частица не работает, или что? Да, частица работала нормально. Ну, плюс-минус бывает лосы. Ладно, давай я и дам, короче. Да, ничего не ждем. Дакашка куда-то потерялась. Ну все. Настя, начисляй. Сколько? 3 часа? Ну сколько сейчас? А что запал? Начисляй за 3. Юху. За пингвин, блин. Что за пингвин? Он был? Я вот тоже у него спросила, писал вроде ретрика, может на замене, что-то я вообще протыкала. У нас был ретрик на замене, а мы танками, короче, били. Пингвин? Не знаю. Не было вроде его, кто это? Может, не было ретрика на замене. Видишь? Не было, не было. Не было. Пизда была. Ретрики быть. Райда. Он просто в дискорде его нет. Может... Чел на шару решил про... И он только зашел в гильдию, там у него нулевое ИП. Ток.